Конкурс «Мой двор, мой дом, мой любимый город» стартовал в Уварве в 2006 году. Он был организован с целью улучшения санитарного состояния и благоустройства, привлечения предприятий и организаций к наведению чистоты и порядка на прилегающих территориях, развития инициативы горожан в эстетическом оформлении улиц и дворов. С тех пор все больше горожан хотят видеть свой любимый город чистым и ухоженным. И все больше желающих хотят продемонстрировать свое стремление к благоустройству родного уголка. Особенно приятно отметить это на центральных улицах, где красоту и порядок могут видеть не только уваровцы, но и гости. С большим энтузиазмом берутся за обустройство принадлежащих им территорий жильцы частных домовладений. Некоторые из них можно по праву назвать оазисами. Огромное разнообразие цветов, буйство зелени, декоративные и сделанные своими руками украшения – все привлекает внимание в палисаднике дома номер 38 по улице Большая Садовая. Члены комиссии не уставали удивляться, насколько неограничен полет фантазии хозяйки. Этот райский уголок – творение Клавдии Медведевой. Ну, сама, вот Олимпиаду прошла, я говорю, да, я вот с универсиады сделала Олимпийку сюда, сделала земной шар с орбиты. Ну, у нас вообще на Большой Садовой очень много домов красивых, хороших, друг за другом мы стремимся, потому что наша улица центральная, въездная, как говорится, сердце нашего города. Приезжают все гости, все руководители области, и поэтому стараемся поддерживать. Придуманный дизайн превратил и обыкновенный дворик в сказочную страну. На крыше гаража гордо расправил крылья орел, а в зарослях виноградника уютно устроилась курочка ряба. Родственники и знакомые не остались равнодушными к такой красоте и включились в процесс облагораживания. Помогают, чем могут. Впереди еще много задумок, которые со временем воплотятся в жизнь. Главное – захотеть, и все получится. Так считает одна из жительниц нашего города Клавдия Медведева. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова, «Наш город».